года так выглядела и ходила. На сколько? 98. О-о-о. Ему, он хреновее ходит, чем она. Там если это ж он заходит, мама, он, она в окне стояла. Ее возраст, до этого возраста еще дожить надо. Не говорите ей, она 23-го года рождения. Да. Я он выезжала недавно на выезд мужчине 53 года. Овощ. Мне 53. Этот инфаркт чи инсульт и вообще. Считайте, мужика не стало. Ну понятно. Не, ну у меня два микроинсульта было. Но... И лежат вот в этой специальной, жена забрала, видно. Открыто говорить, отправили на мой мир. И он вообще не, ну, никакой. Да, я видел, я наблюдал таких. Бухенвальд отдыхает. Не есть, не пить, не в туалет сходить. Да, вот, ну, откуда ты прешься? Коза ты старая. Поэтому же идет, потому что уже ничего не понимает. Он ходит еще и ездит, у меня от своего 84. Так она расписалась с очками. Я с очками уже. Не, она так, а вот это не птички, я говорю, да. Посмотрите, она расписалась как нормально. Я вообще в шоке сейчас еду. Тут 50 лет уже без очков. Я понял, да, вы отходишь с очками. Я всегда маму ругала, а говорю, что ты, говорю, как топором порубала. Раньше ты так аккуратненько резала, а теперь сама такая стала. Ну, я очки в 14 там одел в сентябре. Я тоже после войны, все-таки на нервы, но все равно дало хорошо. Ну, я до войны 120 килограмм весил. 100? 120. 100? 100 было, да. Видите, и зрение село, и вес потеряли. Зато же какая. Вот так вот. А фигура какая была, матерь Божья. Никто 30, больше 35 не давал. Все, не надо заезжать, я пробегу. Все, спасибо. Хорошо. Вам большое. Пожалуйста, всего доброго.